7 апреля исполнилось бы 85 лет видному государственному и партийному деятелю Чувашии Леониду Прокопьеву. Последние годы Леонид Прокопьевич работал в Москве, но большая часть его жизни прошла в родной республике. 14 лет Леонид Прокопьевич возглавлял Совет министров Чувашской автономной республики. Он руководил Государственным комитетом по делам национальностей и отделом Верховного Совета. Именно при нем в Чувашии началось строительство Чебоксарской ГЭС и завода промышленных тракторов. Республика превратилась в индустриальный центр страны. Леонид Прокопьев награжден орденами Трудового Красного Знамени, знак почета. Транспорт, просвещение и здравоохранение. И таких можно говорить вопросов, о которых, как говорится, Леонид Прокопьевич, как говорится, курировал, занимался и делал, множество. Когда это жилье, это 20 малосемейных домов, 3000 квартир для трактористов, проспект Мира, который мы забыли, и это все Леонид Прокопьевич, потому что встроилось это все в его времена.